Xo'p, aziz teletomoshabinlar, demak, bugun biz aynan O'zbekiston ko'z ojizlar jamiyatining bayram dasturlarini davomi sifatida Samarqand Sayqali Ro'yi Zaminga biz mehmonlarimiz bilan birgalikda tashrif buyurdik. Bu yerda o'sha qo'shni mamlakatlarimizdan hamda Rossiyadan tashrif buyurgan mehmonlarimiz o'zlarini maza qilib, ziyorat qilib, dam olayotganliklarini guvohi bo'lyapmiz. Biz aynan birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni qabrlarini ziyorat qilgan bo'lsa, keyin Doniyor sallallohu alayhi vasallamni va u yerdagi shifobaxsh va nurli suvlardan barhamand bo'ldik. Shu bilan bir qatorda endi hammamiz uchun faxr iftixor bo'lgan bizni mamlakatimizni, bizni diyorimizni, qolaversa dunyoni bir go'zalligi bo'lgan o'sha Registon maydonidamiz. Bu yerda ham mehmonlarimizni ikki og'iz fikr mulohazalarini bilan o'rtoqlashamiz. Здравствуйте, дорогие гости. Добро пожаловать еще раз в Самарканде. У вас какой сейчас ситуации, какое мнение и какое вас впечатление? Сейчас мы находимся на территории исторического центра Регистон, и наша делегация Всероссийского общества спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, а также наши коллеги из других стран, работающие со слабовидящими. Я думаю, что все придерживаются единого мнения о том, что не это место потрясающее, великолепное, оно очень красивое, хранит в себе давнюю историю. Мы работали, конечно же, строили эти чудесные залужи. Конечно, мы хотели бы выразить благодарность обществу Узбекистана за эту возможность увидеть эти красивые документы, памятники, а также за чудесные мероприятия. Мы еще раз поздравляем общество Узбекистана с 20-летием, с этой чудесной датой и желаем дальнейшего процветания этой организации. Потому что после войны незрячих людей в Узбекистане открывались новые горизонты. Они расширяли их возможности. Поэтому многие лета процветания, а также всегда помните о том, что у вас есть надежные, крепкие друзья в России, но и, я думаю, в других странах СНГ.